Друзья, приветствую, я Евгений Романенко, это анонсы криптомероприятий на моих каналах. 25 июля в который раз уже состоится криптоконференция, мероприятие, криптоэвент под названием Blockchain Day Online 2019. И у моих гостях сегодня Михаил Лукань из Киева, организатор мероприятия под этими брендами. Михаил, приветствую, и почему вы решили, и в который раз вы решили уже делать Blockchain Day в 2019 году? Здравствуйте. Спасибо вам за приглашение на интервью. Мы делаем конференции уже с 2017 года. Я, если не ошибаюсь, это пятое мероприятие наше будет. Просто делать их интересно и прикольно. Нам мы как ивент-компания, часть конференции по блокчейну очень прикольная получается, очень крутая публика. И вот так вот. В прошлом году мы делали мероприятие Blockchain Day Online, собрали более 100 тысяч регистраций и 20 тысяч человек были онлайн. В этом году мы тоже решили не упускать эту традицию и тоже сделать онлайн мероприятие. Просто онлайн мероприятие делать очень интересно и есть возможность послушать и собрать в одном месте очень много талантливых людей. На офлайн мероприятия их собрать намного тяжелее. Действительно, онлайн-мероприятия обладают гораздо большим охватом. Туда как минимум не нужно ехать, можно в комфортной обстановке присоединяться, да и спикерам точно так же. И вы заявляете очень ярких спикеров, Роджер Вер и Тони Вейс у вас на сайте поименованы. Кого, кроме этих звезд, вы еще приготовили для посетителей Blockchain Day Online 25 июля? Основа спикеров – это криптоинфлюенсеры, криптозвезды. Это Азам Куджаев, самый известный узбек из криптомира. Это и Евгений Назаров, долларовый миллионер, человек, который с помощью правильного финансового планирования создал себя. Это и другие очень крутые ребята. Более подробно можно посмотреть у всех спикеров на сайте Blockchain Day Online. blockchainday.org, ссылочка на сайт в описании под этим видео, все спикеры там. Михаил, кому и почему вы рекомендуете в июле посетить, не выходя из дома, Blockchain Day онлайн и приобщиться к новостям и трендам из мира криптоиндустрии? Достаточно простой ответ. Смотрите, сейчас биткоин вновь начинает расти. И из-за этого вновь образуется хайп, и у меня есть такое ощущение, ну, по крайней мере, по моим друзьям, что люди забыли 2017 год, и 2018 тоже забыли. Опять биткоин растет, и опять люди используют биткоин как средство для инвестирования. Не средство для перестановки денег, не средство для онлайн-платежей, а средство для инвестирования, чем биткоин, на мое мнение, просто не является. И из-за этого мы решили сделать конференцию, которая объяснит людям, что опять хайп возможен, очень большой, и, скорее всего, как нужно правильно оперировать своими личными финансами. Конференция бесплатная, то есть каждый сможет зарегистрироваться, это очень прикольно. Мы первый раз делаем бесплатную конференцию, я думаю, охват будет очень большой. Ну что же, больше мероприятий, хороших и разных, приятно, что профессиональные ивентеры не оставляют индустрию, привносят качественные ивент-технологии и к нам в криптоиндустрию, это очень важно ее развивать. Ну а если онлайн-мероприятия вам, не только онлайн-мероприятия нужны, и вы хотите потусоваться, съездить в какие-то места, то 25 июля Москва, Terra Crypto майнинговый саммит, 7-8 августа Иркутск, Siberia Blockchain Summit, 30-31 октября, день рождения white paper биткоина в Грузии. Впрочем, вы это знаете, если смотрите видео Евгения Романенко. Все мы там будем, все там будем встречаться. 25 июля 2019 года, Blockchain Day Online 2019. Ссылочка в описании к этому видео. Михаил Лукань, Евгений Романенко с анонсами криптомероприятий. До встречи, посещайте криптоэвенты, они приложат пользу. Всем пока.